И вот год семьи, Владимир Владимирович, открыла в Ненецком автономном округе, в ЧУМе, в большой семье, где 10 детей, 10 внуков. Вот. Но, конечно, быт такой удивительный. И нам есть чему у них поучиться. Они там каждый друг за друга. Дети уже, значит, мальчишки пасут оленей, девочки в ЧУМе помогают. Но, понятно, в тундре по-другому не выживешь. А вот в Тамбовской области... Помещаются все в одном ЧУМе. Да, все в одном ЧУМе. Это просто правда. Это такое незабываемое впечатление.